Та же вертушка, только корректор четвертой версии. Да, четвертая. Да, да, четвертая версия. Пока слушаем один канал, но по звуку небо и земля. Если родной корректор аудиотехники, очень сильный подъем по низким, завал на высоких, не слышно высоких, нет разрешения, то подключаем четвертую версию корректора и сразу слышим саунд такой, как надо. Это несмотря на то, что здесь установлено, ну, наверное, самое-самое доступное из всех бюджетных головок. Ну, тут даже неизвестно, какое, ну, какая именно эта голова, то ли 91-я без корпуса пластмассового, то ли, может быть, даже какая-то еще специальная. Ну, иголка, во всяком случае, совместимая. Вот, но звучание отличается, мое такое мнение, что на порядок. Вот сейчас пока тупо подключили по-простому два канала, чтобы заценить стерео-саунд. Вот так бумажкой вот это мы заизолировали, чтобы не произошло замыкание между двумя, между левым и правым. И вот такой колбасой, значит, питание, завели питание. Вот, ну... Звучание комфортное, хорошее, несмотря на то, что колоночки простые, все простое, вертушечка такая простенькая, но звучание душевное, душевное, по сравнению с тем, что было со стока, как говорится. Ну, интересно, будем дальше проводить эксперименты.